особенности зажаривания ржаных блинов. Вот он такой получается. Короче, надо делать без масла на сковородке, которая непригораемая. И яиц надо было мне на такой полтазика сделать, наверное, 5 штук. Я 4 сделал. Хотя тут яблоки тоже есть. И вот так вот размазываю слой где-то миллиметра 4-5. То есть он хорошо проваривается, прожаривается. А перед этим масло насыпал. И там он толщину, то есть масло оно скукуживает его, и толстый слой не прожаривается. И, короче, он ездит по сковороде, а так он прожаривается, проваривается. Ржаной блинчик с яблочками. Блэку тоже нравится. Вот. Видите, как с удовольствием поедает ржаные блинчики.